Здравствуйте, друзья! Это обзор на магнитолу 7 дюймов от компании Boson. Данная магнитола имеет 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Операционная система на 10 андроиде позволяет скачивать приложения с Play Market, включая YouTube, любые браузеры, Яндекс карты, Google карты и любые другие приложения, доступные на Android. В данном устройстве мы легко можем подключиться к интернету через любой доступный Wi-Fi. На данном устройстве доступна функция MirrorLink, которая позволяет дублировать экран вашего смартфона на монитор магнитолы через USB или Wi-Fi. К устройству можно подключить разные девайсы, например, камеру заднего вида, камеру переднего вида, видеорегистратор, мультируль, парктроники, датчики давления в шинах и многое другое. У данной магнитолы есть функция Bluetooth. Через нее вы сможете слушать музыку со своего телефона, а встроенный микрофон позволит ответить на звонок даже во время движения автомобиля. Данный экран имеет яркую и насыщенную цветопередачу, работает от минус 55 до плюс 55 градусов по Цельсию. 15-полосный эквалайзер позволяет очень тонко настроить музыку под себя, и, как правило, качество звучания в автомобиле улучшается на 40-60%. Функция разделения экрана позволит одновременно использовать два приложения на одном экране. Например, на первый экран вы можете вывести навигацию, а на второй управлять музыкой. Комплект данной магнитолы, помимо основной проводки, идет GPS-антенна, USB-выходы, тюльпаны для подключения камеры переднего и заднего вида, сабвуфера, аукса, ну и, конечно же, гарантийный талон и инструкция пользователя.